стране выздоровели и выписаны из больниц свыше 67 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зафиксированы без малого 70 тысяч пациентов с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели порядка 1 423 000 тестов. Минздрав России начал производство вакцины от COVID-19. Страна первая в мире сообщила об успехе своего препарата и зарегистрировала его после 2 месяцев испытаний. Нужное для россиян количество доз, как сообщается, будет готово примерно через год. Препарат представляет собой 2 ампулы с первым и вторым компонентами вакцины, которые нужно применять с перерывом в 3 недели. По данным Минздрава, такая схема позволяет сформировать иммунитет на срок до 2 лет.